Работники торговой сферы готовятся отметить свой профессиональный праздник. В Ставрополе в этой отрасли задействовано свыше 60 тысяч человек, а это каждый четвертый житель краевого центра. Еще до начала мероприятия городского масштаба виновников торжества встречали девушки в коктейльных платьях и целый музыкальный оркестр. Продавцы, повара, директора кафе, ресторанов и общепитов, а также ветераны торговли получили заслуженные награды. А самое главное – теплые слова в свой адрес. По-прежнему вы остаетесь лидирующей отраслью нашего города. По-прежнему ваше участие в экономике и развитии нашего города остается самым и самым существенным. Во время церемонии награждения почетные гости не раз отмечали, что торговля в последнее время динамично развивается. Так, например, по сравнению с прошлым годом значительно увеличился объем продаж, качество предоставляемых услуг, а также появилось 10 новых предприятий. Существенно изменился и внешний облик торговых заведений. Символично, что свой праздник большинство работников отметят на своих рабочих местах. Вышедший товарооборот города достиг 200 миллиардов рублей, что составляет 52% краевого товарооборота. Ирина Милованова, Анастасия Романова, Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».